Тома «Черные стулы». Индетерминантный, высокорослый, среднеспелый сорт для теплиц и открытого грунта. Необходима подвязка к опоре и посынкование. Формировать лучше в 3-4 стебля. Плоды плоскоокруглые, темно-бордовые с фиолетовым оттенком, массой 100-450 грамм. Сочные, мясистые, имеют пряный аромат и замечательный насыщенный вкус. Сорт неприхотливый и надежный. Урожайность высокая, завязываемость хорошая, плодоносит до заморозков.